Погодный апокалипсис. Ледяной дождь накрыл республику. Тысячи татарстанцев остались без света на дорогах. Сотни аварий. В Казани встали трамваи и троллейбусы. В районах республики идут работы по восстановлению электроснабжения. В Казани сломанное дерево упало на женщину. Она получила многочисленные переломы. Пострадавшая госпитализирована в 7-ю городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Татфонбанк закрыл все казанские отделения, кроме головного офиса. Только здесь обслуживают клиентов. Время работы продлено с 9:30 до 17:00. И в эти дни работники ТФБ начали получать уведомления об увольнении.